Знакомьтесь, эта девочка маленькая покровительница нашего фильма. Она и хозяйка этой овечьей долины. Наш режиссер тоже родом из этой долины и нас уверяет, что в детстве была точно такая, как эта девочка, играющая с куклой среди чия и голубых камней, где пасутся яки. Впрочем, что ей говорит, это вечная киргизская картина. Об этом хорошо сказал один пастух Яковод. Вот он. Речь шла о собаках. Эти чистокровные тайганы – прямые потомки кумаека, сказал он. А кумаек, как известно, легендарная собака из эпоса Манас. Манасата оставил их в подарок нам, чтобы мы в радости и горе всегда были вместе. Так он и сказал. Просто и естественно звучали эти слова в его устах. А как они звучат в моих устах, не знаю. Во всяком случае, я теперь знаю. Откуда они? Мне всегда нравились эти собаки. Быстрые, мудрые, как орлы. Здесь жил и умер великий поэт-манасчи Сагымбай Орозбаков. Этот одинокий мазар на большом холме – его могила, а дом его тоже стоял в двух шагах отсюда. Думаю, он часто сидел здесь. Отсюда чудесный вид на всю Овечью долину. Камни тоже растут, говорит Карагул Сагбаев. Он председатель колхоза,
родился и живет здесь. И уже больше 30 лет своими руками возделывает эту долину. Это его сад. От секретаря райкома этой долины Курчубека Агназарова даже представлять не обязательно. Его здесь знает каждый, и стар, и млад. Они первыми начали собирать камни долины. Как вы поняли, они самые уважаемые здесь люди. Мне думается, великий монастырь недаром жил в этой долине. Вся красота, доброта, скорбь матери нашей земли здесь. Все ее милые морщинки, которые ищут и находят золотые лучи восхода и заката здесь. Все ее чистые белые холмы, голубые камни и шумные ручейки и родники. Все они имеют человеческие имена. Все они здесь, в этой овечьей долине. На высоте больше 3000 метров над овечьей долиной лежит горное пастбище Сонгель. Пастухи долины летом живут здесь. С мальчиком Таку мы познакомились на собрании пастухов. Приехали начальники и кино. Вся красота и суровость пастушеской жизни в этом мальчике. Как я уже сказал, камни, холмы, родники, ручейки, поля, деревья овечьей долины имеют человеческие имена. Имя этого одинокого дерева – сакен. Дерево сакена.
6 часов 10 минут московское время. Международный дневник. Передачу ведет Вячеслав Лаврентьев. Здравствуйте, товарищи. Чехословацкая Руда Права пишет, что трудящиеся Чехословакии с глубоким интересом следят за важными изменениями в жизни Советского Союза, тщательно изучают новые вдохновляющие идеи, которые выдвигает КПСС и ее руководство. Маленькие и большие аилы со старыми и новыми именами – коммунизм, Карагунгой, Сонколь, Жданов, Кумдыгы, Фрунзе, Кочкор, где живут люди долины, среди этих полей и садов. Является динамичное социально-экономическое развитие, и оно требует политических реформ. Кратко излагает свою оценку западногерманская Neue Ruhr-Zeitung. Советское руководство твердо намерено идти по пути обновления, демократизации общества. Принимаются меры, чтобы освободиться от груза наследия прошлого. Овечью долину окружают черные горы. Они очень древние. Там гнездятся орлы. А внизу ровные поля, где раньше росли камни и чаи. Долгие годы люди голыми руками очищали эти поля. Пожалуй, это было поистине всенародное дело, в котором принимали участие все. Кстати, здесь можно сказать, как говорится, два слова о партийных работниках долины. Они здесь трудятся от зари до зари. Мы их встречали повсюду, где кипела работа. Песня эта о детстве, о ручейках, тропинках земли родной. Как мелодия, так и слова ее простые, скромные. Ее пела одна жительница этой долины, медсестра из урочища Каракучур. Алдырташтап деп койчу.
А этот верблюд большой хозяин овечьей долины. Он здесь один, единственный. Всегда одиноко, величественно бродит по долине, как ее древний добрый дух. Овечья долина. Есть на свете такая чудесная маленькая долина. Она находится у нас, в Киргизии.